В Твери активно ведутся работы по подготовке школ и детских садов к новому учебному году. Там идет ремонт кровель, фасадов, классов и групповых помещений. В ряде школ к 1 сентября отремонтируют плацы. Подробности в нашем сюжете. К большому ремонту 93-го детского сада, помимо профессиональных строителей, присоединился едва ли не весь коллектив учреждения во главе с руководителем. Красят входы в учреждение, моют окна, готовят группы к приему детей. Ну а как иначе? У нас коллектив хороший, дружный. Приходят, делают, готовят группу к новому учебному году. Поэтому мы все здесь, все работаем. Где-то косметический ремонт групп, так как окна поменяли у нас. Ну, нужно было стены подкрасить там и подштукатурить. Капитальный ремонт кровли – самая объемная часть работ, которую проводят в этом детском саду. Также здесь уже полностью отремонтировали все помещения в двух младших группах. Мы уже проверили, уже дождь хороший прошел, то есть мы тут все как бы опробировали, вот, и слава богу, все хорошо, ничего не течет. Активная подготовка к новому учебному году проходит и в общеобразовательных учреждениях. Так, в 37-й школе поселка Химинститута идет косметический ремонт кабинетов. Уже проведена полная замена оконных блоков. Нам осталось немножечко только заштукатурить их. Так что я думаю, что к середине августа у нас эти работы будут выполнены. И к 1 сентября дети придут уже в кабинеты, где будут настоящие современные пластиковые окна. И зимой будет им очень тепло. В этом году в ремонтно-строительной компании муниципальной образовательной системы Твери участвуют 52 школы и 72 детских сада. Ремонтные работы в самом разгаре. В 8 образовательных учреждениях капитально ремонтируется кровля. Планово мы ремонтируем ограждения. Особенностью ремонтной кампании этого года стал ремонт плацев пришкольных территорий. Если подробнее говорить о плацах, то в этом году их отремонтируют возле 13 тверских школ. Проводится полная замена асфальтобетонного покрытия. Идет установка новых бордюрных камней, а также озеленение. Здесь проходят все основные мероприятия. 1 сентября, все линейки, выпускные, последние звонки. И, как бы, конечно, это как лицо школы, когда особенно ребенок идет в первый класс, чтобы он видел, что школа его встречает. Подготовка школ, а также детских садов к новому учебному году по традиции будет проходить в течение лета. В настоящее время уже начата комиссионная проверка выполненных работ.